У Сербии и Косово есть реальный шанс заключить всеобъемлющее соглашение. Об этом на конференции послов стран ЕС заявила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Федерика Могерини. Отмечу, речь идет о возможной нормализации отношений двух стран. Напомню, очередная встреча между президентом Сербии и главой Косово пройдет в Брюсселе 7 сентября. Есть реальный шанс того, что Александр Вучич и Хашим Тачи могут договориться по всем проблемам между Белградом и Приштиной и заключить всеобъемлющее и юридически обязывающее соглашение о нормализации отношений между двумя сторонами. Соглашение, полностью соответствующее нормам международного права, которое сможет помочь стабилизировать весь регион. Мы должны сделать все возможное вместе со всеми нашими партнерами в Европе, в регионе и на международной арене, начиная от Совета безопасности ООН, чтобы поддержать переговоры через диалог и в рамках международного сообщества.